2019 году мы осуществили мотопробег, посвященный 30-летию мотоклуба «Ночные волки» из города Владивостока в город Севастополь. Идея принадлежит Дмитрию Питбулю. И решили прохватить немножко из Владивостока в Севастополь. Вот. Ну, ждем приключений, ждем новых друзей. Но путешествие сулит нам много новых идей. Абсолютно верно. Хорошая интрига, которая, ну, грех был не согласиться. Да, я думаю, что навряд ли кто-то откажется. Я очень благодарен своему отцу, который научил меня ездить на мотоцикле. Ну, осуществляются мечты. Год ожидания. И вот мы на старте. На старте. Слава Богу. Даже нечего сказать, нечего добавить. Просто кайфу. Брат, у меня забрали вот эти люди паспорт, оформили на меня кредит, мне выхода просто не было, как ехать с братвой нам. Так что... А в окне нет до этих банков. Все будет хорошо, я выполню свою мечту. Чемоданы собраны, осталось только до шарика, самолет и в путь. Едем исполнять мечту. И получили, брат. Совсем да. Отец Гурий и отец Сава. Отец Гурий, кстати, первый иеромонах, мембер нашего клуба. Вот. Они нам провели молебен. Мы получили у них благословение все. И с выросшими крыльями за спиной мы помчались во Владивосток на самолете. Владивосток нас встретил ясной погодой, солнечной. Несмотря на то, что мы летели 8 часов, все были в прекрасном состоянии духа. И, значит, парни поехали получать мотоциклы на транспортной компании. А я был вынужден забирать мотоцикл в 200 километрах от города Владивостока в городе Находка. Приехав в Находку и первый раз посмотрев на свой мотоцикл, я понял, что он практически не готов к такому длительному путешествию, к этой поездке. Я устроил там небольшой скандал, сам взял пассатижи, отвертки и начал готовить мотик. Да, мне там поменяли тут же масло, подтянули крылья, сделали прикуриватель для навигатора, прикуриватель для телефона, то есть проверились еще раз шины. Нет, я приехал, выбухали и слушали музыку. Вот с этой девочкой. Бросили мотики, потом их стали подпиливать, подкручивать, и потом только мы поехали на следующий день. Мы познакомились с железными тиграми города Владивосток. Нормальные взрослые люди, здраво смотрящие на жизнь, на человеческие отношения. Реально сроки сразу дают. Трипанк. Да. Но вообще на зиму, зимой, как правило, осенью, то есть вот его по сезону заготавливают браконьеры, да? Мелко-мелко рубят и настаивают. На меду. Вот еще хотел сказать о владивостокском столе, так как я такой, ну, человек, который рыбоед. Я первый раз в жизни увидал такой стол со всеми морскими гадами, даже... Те слова трипанги, которые мне казались подозрительными сами по себе, я понял, что это вкусная вещица, и с удовольствием ее мы все ели. Стол был настолько шикарный, что сейчас только остается, наверное, мечтать о таком столе. Крабы, не крабы, короче, устрицы, шмустрицы ели все на протяжении нескольких часов. И я думаю, что этот стол, который нам... организовали тигры, железные тигры, мы все не забудем, наверное, никогда.
Южные Волки. Добрались до Японского моря сейчас. Ребята, мы все живы-здоровы, у нас все хорошо. Вот все мы здесь, нас встречают железные тигры. Бля, вот лап вот у него. Вот а сзади, лапы. Вот смотрите, за нами то самое Японское море. Ром, тебе понравилось море? Японское море. Японское море. Японское море на стеклянный пляж. Чумовое место. Реально, как будто там драгоценные камушки раскиданы. Погодка такая была хмурная, но мы все как один туда ломанулись, покупались в этом Японском море. Делаем забор. Делаем забор воды, смешиваем два моря. Японское и черное. Обязуемся доставить целостности и сохранности. Смешаем два моря. Все, акция продолжается. Бутылочку, кстати, там набрали водички, чтобы в конце ее с Севастополя в море Черном вылить, соединить два моря. Эта идея уже там уже образовалась. Конечно, окунешься. Да, ты еще в Японском море окунешься. Никогда. Ну тогда давай. Ты правда купаться? Ну конечно. Ну купаться это слишком сказано. За хирургом не угонишься. Ну так. Баба сеяла горох и сказала: ох. Трусы и толстовка лежат на песке. Бродяга плывет по угрюмой реке. А тебе навеяло? Нет, я где-то слышал. Во Владивостоке мы посетили много интересных знаковых мест. И памятники были, и, значит, и остров Русский. Мы возлагали веночки. И по прошествии, так сказать, трех дней Владивостока мы поехали в славный город Хабаровск, город-герой. Самый экшен. Нам ехать через 5 минут, а у нас номеров нет. Беда. Регистрировать поедем. Ощущение, такое ощущение, как будто вчера приехали и все разложили. В каждой комнате вещей столько, что никто не понимает, чьи это. Ну вот, смотри, разве с настроением идет? Я да. Вот, видишь, сразу хорошо. Ну, у дедушки был бы Харлей, да. У дедушки есть не Харлей, а БМВ. Поэтому я не бабушка. Ты козырный. Первый день. Мы сегодня отправляемся в Владивосток. А после Владивостока наш следующий был маршрутик до Хабаровска. До Хабаровска мы выехали, погода была шикардосная. Солнышко, но вот за эти несколько дней мы так и не акклиматизировались. По-нашему было уже так раннее утро, а мы, грубо говоря, там выехали по-местному вроде нормально, но мы все засыпали, погодка была хотя изумительная. Нас встретили уссурийские тигры, их там отделение сопровождали. Мы колонной мчались на Хабаровск, дорога была классная. Были небольшие приключения. Один из нас подзаснул практически за рулем и догнал другого. Брат, не будем говорить, кто. Вот. Ну, это, по-моему, за всю дорогу единственное такое приключение. Единственное приключение, да. Обошлось, слава богу. Я говорю, у нас вот батьки нас благословили. И вообще, в принципе, при таком расходе мы отделались небольшими магнитиками.
О, пошло уже? Отлично. Ну чего, очень хороший день, на самом деле, даже несмотря на то, что произошло там маленькое ДТП, такое достаточно такое неприятное, просто начало пути, пускай это останется самым единственным этим проблемой на всем протяжении нашего пути, вот, и забудем об этом, да, слава богу, все живые, вот, и у нас гости гостеприимные такие, и банька вот тут, все здорово, рыба, все, ну, то есть, если бы не было вот этого, вот этого бы ничего тоже не было. Поэтому я хочу, слава Богу, сказать и спасибо тем, кто нас принимает. Низкий поклон всем. Мы познакомились благодаря Якуту. Кирюха нас свел там со своим другом. Вот в этом спасдале. Классный парень, чувак такой. Жена у него такая прям бомбическая. Так отнеслась. Ну, в больничку свозила одного из нас. Не будем говорить, кого. Так случилось, что на пробег нас выехало 16 человек, а мотоциклов оказалось 15. И, так сказать, каким образом это получилось, для меня удивительно. То есть у нас был один запасной человек, который мог управлять техникой в случае того, если что-то произошло непредвиденное. И именно это случилось недалеко от Спас-Гдального. У нас произошла небольшая, так сказать, неприятность дорожная, и как раз Илюха в этот момент подменил человека, сел за мотик, и мы покатили дальше в город Хабаровск. Блядь, нихера тут мертвецов. Серебряные японцы подогнали. Я поехал в Хабаровск. Я поехал с Хабаровск с нашими пацанами. Вот. И на следующий день я встречал уже колонну на въезде в Хабаровск. Наконец-то приехали. Наконец-то этот длинный день закончился. Вот, слава богу, все живы, здоровы. Мы доехали до Хабаровска, частично его посмотрели, очень вкусно поели, отбиваемся, готовимся ко сну. Вот, сил уже не остается. Прошу нас всех, вот, прошу нас всех, как можно быстрее притереться друг к другу, как можно быстрее успокоиться в отношении того, что мы все разные, в отношении того, что кто-то что-то слышит, кто-то что-то не говорит, кто-то наоборот говорит много. Вот. Давайте любить и уважать друг друга и кайфовать вот, на ну, всю вот эту дорогу. Дай Бог нам доехать туда, куда мы хотим доехать. Хабаровск. Для меня Хабаровск всегда означал некий зажили-были криминальный городок. Когда я гонял машины, постоянно там «Здравствуйте, это мы». Не хотите ли поделиться? Вот. Но, так сказать, вот в этом году я увидел, что это очень шикарный, красивейший город со своей шикарной набережной. Мы делали экскурсии, ходили по городу, общались с людьми. Очень, очень, очень красивый город. Хабаровск. Красиво. Нихао. В Хабаровске нас встречало наше отделение «Ночные волки Хабаровск». Это Коля Граммофон и Костя. Костя вообще приехал за нами во Владивосток на машине и сопровождал всю нашу колонну, техничка. Да, как техничка, шел из Владивостока до Хабаровска. Да, и ну, надо отдать должное, что очень хорошо, что так случилось. Это помогло нам вот в ситуации, когда один из нас был вынужден пересесть на машину на небольшое время. Готов, я всегда готов. Пацаны, здесь вам всегда рады, приезжайте. Этот наш маленький, да, очень маленький город Хабаровск, очень большой Дальний Восток, всегда рад вас здесь встретить. Хорошей вам дороги.
Да, ни жезла, ни гвоздя, и чтоб дорога была всегда вот вперед. И новых открытий вам, новых впечатлений, новых друзей. Все, хуенчик. Рад был видеть, общаться, пацаны. Давайте, да, дружить. Всеми. Семьями. Подъездами, блядь, городами. Чтобы все хорошечно было. Спасибо вам. Вы там у нас будете в наших краях. Обязательно звоните. Без вас-то куда? Заедем, приедем. Да, конечно, было очень даже жарко. Мало того, что все напуганы тем, что впереди будет холод в Амурской области, дожди, лед, гололед и град, все были одеты прям по полной боевой. Я вез с собой снегоходный костюм, снегоходные ботинки. И так, кстати, все шли такими большими плотными баулами. Платон, а где твой горнолыжный костюм, который был так шикарно уложен в видео, ролики и видеообращения к бродягам? Как где? Сегодня я впервые в жизни в термобелье ехал в 30-градусную жару. В теплых ботинках. Сука. Мне любопытно, где горнолыжные костюмы? Вот в этом правом кофре у меня они лежат. Что-то есть сомнения. Меня терзают смутные сомнения. Да нет, брат, брат, они здесь. Они значительно какие-то легкие. Вот костюмчик мой плотненький. У Анатолия из-за этих видео лопнул амортизатор. Смотри, он вывез полквартиры. Полквартиры человек изъял, ты вывез. Из-за этой херни у него лопнул амортизатор. У него есть все. Ровным счетом у него есть все. Он в 30-градусную жару впервые в жизни ехал в термобелье. Понимаешь? Это его проблема. Нет, так-то да. Ну а зачем? Ну, как зачем? Потому что. Ты с утра когда мы одевался, ждали, чем боялся. По метеоусловиям должен быть снег. Согласен. Путешествие в дальние регионы. Вот такой хуйней не занимайтесь. Звоните пожилому. Да, и возьмите лучше полку от холодильника. А еще холодильник. Холодильник лучше с собой вместе. А еще лучше прямо палету деревянную нахуй. Вот так вот, вот палету. Ну можно и по осени, и не обязательно возить по лету. Реальные грузы контрабандные на дальняк. Дару на прием записал. Тут есть культура и спорт, а там медицина. Все, я понял. Один ломает, другой калечит. Короче, за Гольфстрим мы будем... Лю, я тебе... Вот здоровые, без животов. Да. Ну, я надеюсь, мне вот хочется уже года два, наверное, на килограмм на 7 похудеть. Я понимаю, что это сейчас шанс. А, так это ты хочешь про... Нет. Вообще приморцы очень по-теплому встречают и очень по-теплому провожают, будь то вот хабаровские наши друзья. Я думаю, это самый настоящий представитель еще тех 90-х. Вот. Владивосток тоже замечательно встречает. А что касается движения или культуры уважения на дороге друг к другу, ну, мне показалось, что эта трасса насыщена мотоциклистами, и как бы местные уже немножко устали от мотоциклов. И сказать, что они там несказанно рады или приветствуют постоянно людей, проезжающих на мотоциклах, ну, как бы, я вроде бы такого не заметил. Но чем мы отличались как бы от туристов, которые идут 2-3 человека, у нас шла большая сочная колонна, у нас было 15 мотоциклов. Конечно, мы не остались незамеченными. Да, и спрашиваю местных жителей, как вы относитесь к подобным путешествиям. Я сказал, вообще очень здорово, красиво. Но не обошлось и без конфликтов. Буквально мы соскочили с Хабаровского моста, повернули налево на заправку. Как дальнобойщик, не то он перерулил, не то еще что-то. Как начал орать. Сейчас я, говорит, ружье достану. И там это, передавлю вас всех. Ну, такой, говорит, сумасшедший. Видимо, перерулил просто. И на эмоциях начал выдавливать такое. Просто он, видимо, увидел меня одного в составе там питбуля. Да, остальные еще не подтянулись. И как только весь хвост зашел, 16 человек, да, все, он немножко убавил свой пыл и энергию, так сказать, негатива. Ну, а мы далее поехали в сторону Благовещенска. Все въехали. За туманом и за запахом тайги. Да, это тоже Санкт-Петербург. Что в Санкт-Петербург? Санкт-Петербург едет. Пока во Владивосток ехали. Узнать, с кем я еду. Хабаровск. Что там и еще показать было? Всем, кто пока едет. Больше да? Ничего. Кто едет, да, с кем едет. Так-то неделя, пока Сарик. Борисович, мы тебе на пятки наступаем, Борисович.
Ах, улиточка моя. И вся Россия, когда еще удастся-то? Было намечено на 21-й. Ну да, пошли на вторую тысячу. Каждый год норматив. Еще неделя и пройдем вторую. Блять, может, ладно, сегодня билет заказать, через неделю. Такими темпами мы в аэропорт не попадаем. Не попадаем, не попадаем. Я и не спешу. Может, Сенька кончится, быстрее поедем. У меня теперь исландцы. И что, сейчас на трассу выйдем, быстрее поедем. А что, еще трассы не было. Поедем на заправку. Че Гевара, Тольяттинский, привет. Мы... вот так вот будет лучше. Че Гевара, привет. Приезжай на мойку. Тебе привет из Белогорска. Узнаешь человека? Он тебя хорошо помнит и говорит, что ты прикольный бородатый парень. Вы хотите поговорить об этом? Про дуванчики? Или про дам? Он ворюги ворует, знаки дорожные. Ну что, Акклиматизация прошла, все очень активные, все очень здоровые, утренняя зарядочка нам помогла, мы в тонусе. Колбасим 115 средние, это очень хороший результат, 88 общие средние. У нас всегда последний, на заправке Илья Геннадьевич, всегда догоняет. Во! Какой ему... Кто там последний сейчас на заправке? Илюха был. Нет, кто? Сейчас... Да, последний. Ну, и чё, я же... Тут одна колонка все. Ты опять последний? Ну, конечно, я же вас пропускаю, авторитетных людей. Да, достань, пожалуйста, нам 10 рублей. Мои закатились. Можешь? Нет. Дальше, брат. Надо? Ну, сейчас, конечно, вот я прям здесь сказал. Кого-то слушаю. Отвечаю. Она сейчас не дала. Во. И снова супер-бизоны! В миражах Аризоны. А кто, что это за животное? Сибирский тракт, брат. Священное животное. Да не будет никакого дождя, я не буду одеваться. То я взял с собой снегоходный костюм, кто-то хотел взять с собой гидрокостюм и поддеть его вниз, чтобы не замерзнуть. И так и случилось. Только мы въехали в Амурскую область, сразу все потемнело, низкие облака, туман, дождь и град. Град такой, блядь. Мне показалось, был град. Был дождь такой с градом. Ура, идем! Всем понравилось. Уронил мотоцикл вместе. Что? А так, конечно,
Очень красивая дорога, безумно красивая. Такие места чумовые. Хотелось орать просто от счастья. Очень здорово. А то, что где-то ремонт, это, ну, фигня, ремонт. Везде ремонт, дорога убивается, ремонтируется, ничего страшного. Ну что же, да, давай дальше. Мы едем, 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 едем. И, значит, чего? Ситуация, значит, время 9.010. Все собрались выезжать в 9 утра, но все вот готовы, все готовы. Но только вот один Илюшенька сзади вот всех тормозит уже не первый раз. Потому что у нас братская любовь, мы должны заботиться друг о друге, должны друг другу помогать, каждого ждать должны в дороге. Потому что ждем только его по утрам. Охуенный тормоз. Нет, ну мы любим его, будем о нем заботиться. Сиеста, когда они работают, непонятно. Как дорожные работы, так. Ну, вот я на этой залетел именно через, так. Через 21 километр в навигаторе написано «Нормальная заправка». Как они такое название зарегистрировали, я не знаю. Есть такое ничтожно, но ты слов таких не знаешь чудесных. Все в сравнении с тобою ничтожно. В Амурской области также есть памятник нашему земляку Алексею Скуту, который отправился в единичное путешествие до Тихого океана. На скутере. На скутере, на японском, да, объемом 100 кубических сантиметров. И благополучно добрался до туда, пожил, лицом к океану постоял, искупался. И, к сожалению, по возвращению назад в этой самой Амурской области, у поселка Жанна, повздорил или... не нашел общего языка с местными ребятами и, к сожалению, там погиб. Там стоит стела. Стела, я уверен, что это сделано руками добровольцев. Напротив сожженное кафе, вокруг которого все и случилось. Мы почтили память этому человеку, путешественнику, и отправились дальше. Я раньше. Брат, на улице лето, ты почему в снегоходном костюме? Снег только был, блядь. Вообще все было, и молнии, и снег, и дождь. И тут к нам, в нашу колонну, нежданно-негаданно откуда-то влетел новый мотоцикл. Это был парнишка из Улан-Удэ, который познакомился и первый раз увидел ночных волков. И с нами пропутешествовал целые сутки, он шел вместе с нами. Мы общались, обменивались мнениями, информацией. Всем привет, меня зовут Андрей. Вот. Еду с Владивостока, купил себе мотик сам с Улан-Удэ, своим ходом, в одного. Вот. Встретил ребят с ночных волков. Вот. Они едут на Севастополь. Я там тоже был на триумфальном возвращении. Вот. Присоединился к колонне. Вот. Еду вместе с ними. Слушай, ну если ты уже был в Севастополе, то, наверное, вот есть повод попал. Съездить туда еще раз, братан. Вот тебе флэра. Вот, она это большой. Передашь там. Еще пацана передашь. Найдешь, может, компанию. Передай, привет. Вот.
манты по-бурятски, бозы. Очень важно съесть их с бульоном одновременно. Если его рубить на тарелке, бульон растекается. Ну, как-то так. То есть вот так, да? Да. Вот, вот, вот. Вот. Идем, показывает мастер-класс. Ну, горячий бульон. Крупел тоже. Внутри вкусный. Угу. Можно его съесть, я бы весь манты без. Стояла Стелла, и мы решили остановиться, заехать. И Стелла была о военных событиях Великой Отечественной войны. И мы, значит, решили остановиться и заехать немножко и посмотреть, и немного размяться. Но были очень сильно удивлены тем, что за Стеллой, посвященной Великой Отечественной войне, мы увидели, значит, захоронение, скажем так, черных времен нашей России. Это репрессии, расстрелы 37-39 годов, начала этого века. То есть большое, очень огромное количество памятников с такими ужасными надписями: репрессирован, расстрелян, репрессирован, расстрелян. Мы почтили память, отдохнули и поехали дальше. Впереди нас ожидал Бурятия. И первое место, куда мы на въезде в Улан-Удэ заехали, это была гора Спящий Лев, откуда нашим взору представились огромные такие красивейшие пейзажи. Ялта, Москва! Да! В предчувствии того, что нас ожидает озеро Байкал, буквально через 250 километров, вот она, наша жемчужина, красавец, озеро Байкал. Байкал. А ребята, которые первый раз, просто встали, говорят: «Эх, какой большой, вода чистая». Леня попил ладошками, да, и намочил ноги. Пить, говорят, можно, да? Ну, вода и вода. Ну, холодная. Очень здорово. Далее нас встретили иркутяне и разместили ночевать буквально на первой линии возле озера. Утулик. Как? Утулик. Утулик? Это поселок? Поселок. Ага. В принципе, город Байкальск. Да, Байкальск мы проехали. А, ну пригород это вот такой поселок. Утулик поселок, стоит на реке Утулик. Ага. На реке Утулик. Желающие, ну конечно, пьют. Да, по-моему, все искупали. Не, все, по-моему, искупались. Толян поперся, и все уже были вынуждены. Вынуждены. Да, Толик Ялтинский, это человек с Крыма, с Солнечного, пошел купаться на Байкале. Ну и все были вынуждены последовать его примеру, да. Это березки или эвкалипты? Ты куда пошел, бородатый? Эвкалиптовые тропики.
специальную обувь. Какую? Да, одна. Хорошо. Может, вы как на родине попал? Как на родине, говорю, побывал. Ага. А какой? Ну, у меня там блин, ну, 4. Не 5, конечно, а 6,5, наверное, грамм. Сегодня уникальный день. Сегодня первый день без дождя. Сегодня мы ехали без единого слова пререкания или еще каких-то споров. Ну, сегодня мы заехали по-светлому в это чудное, прекрасное место, когда можно спокойно распаковать мотоцикл, не искать стиральную машинку, сушилку, не надо искать место, где их спрятать от каких-то цыган бегающих там по ночи. Шикарное место, шикарный стол, шикарные люди. И, судя по всему, это был тот. Мы шикарно купались, да. Ладно, за это выпьем. Подождите. Ну, конечно. Да с горла уже, как обычно. Озеро Байкал славится омулем, чистой водой, икрой. Заехав на местный рыночек, оказалось, что там работают продавщицами наши местные нижегородцы. Откуда они там взялись, да-да-да, я не знаю. Но мы набрали икры, набрали омуля. Местная рыба, торговли контрабандной рыбой, омулем. Берем все, будем сегодня жарить сыпочек с омулем. Сейчас Батон вам покажет большой ассортимент дорог Байкала, рыбную, его рыбную отрасль, рыбную продукцию. Так что завидуйте. Ой, ну что делать-то, а? А где омуль? Омуль холодного вон есть, малосольный. Мужчина, не начинайте. Это такая вообще вкусная рыба. Да это? Свежая. А вы откуда к нам прибыли-то? Это сиги. Это северный сиги. Мужчина, они вы откуда еще, к нам прибыли? Они еще вкуснее, чем омуль. Какое-то место Байкал. Какое-то место весело. Ольхон. Ну, я понимаю, пальцем покажи. Это вяленое. Класс. Набрали омуля и поехали на источники. Это город, нет, это поселок Аршан, горячие источники. Самое интересное, что в этом источнике, это единственный в мире вообще источник с какой-то особенной там водой. Реально единственный как бы в мире. И мы всей вот нашей командой поехали туда насладиться бурятскими позами. Это блюдо. И накупаться в горячих источниках. Пойди. Сапожника видели перед когда он хотел медведя убить? Перед ним медведь убежал. Минеральная вода. А не перед сапожником. Перед сапожником. Перед кольком. Перед сапожником. Колё. Мы медведя. Тебя чуть корова не сбила. Корова это корова. Корова. Ё-моё, водопад. Больше трех не выходи. Знаешь, Серег, да? Лететь, да. Разбиваться в пыль, да?
мы старались блюсти форму не только желудка, о чем вот говорит Владимир, это постоянное поедание, постоянные встречи, приемы теплые, то шашлык, то рыба, то крабы, то мясо, то устрицы, то мидии, иногда еще кто-то. Вот, и было решено, что нашим физруком будет Илюха Питерский. Да, он каждое утро проводил с нами зарядку, как в фильме «Джентльмены удачи». Оп-ап, уп-ып. Теперь надо потянуться и глубоко... Сегодня у нас 7 часов, 7 с половиной часов движения, 3.40 остановок. Средняя скорость 61 км в час, ехали 91, одометр 4900, почти 5000. А он говорит, почти 5000 прошли. Почти 5000 прошли. Еще пятак получается. Вообще ништяк. Выходим чемпионы мира. Да? Чемпионы мира. Великовый ему Иисус, освесим путь и истинный живот. Никто... Я сейчас на территории КХ города Красноярск, и для Дмитрия Орлова специальное видео с обзором того, что здесь есть. Да, вот у пацанов разные джипы здесь стоят на парковке. Потом, значит, у них есть еще какая-то вот такая чудо-машина. Да. Сейчас я переверну камеру. Может, скажете пару слов, я пишу видео. Видео. Ну-ка, какую на какую меняем? Дикая Сибирь. Дикая Сибирь на теплое течение, да? Теплое течение на гольфстрима. Гольфстрима. О, все, да, и полегче будет. Все, о! Как? А? Запачкалась. Да, я тоже. Давайте на фоне Енисейской Сибири, не? Давай. Не да. Видно, а, вот, кстати. Видно. Я говорил, вот, Енисейская Сибирь стоит. Вот это. Че, вот мы в Кемерово. Пацаны, смотри, как кайфуют. Силы остались. Можно еще 300 дать до Новосиба. Думаю, заночуем тут. Да, в Кемерово у нас отделение. Классные пацаны, я их там лично всех знаю. Вот. Всегда встречают классным самогоном. Шурпа, не шурпа, плов, не плов. Реально классные парни, которые встретили, разместили всю колонну. Дай бог им здоровья. А после Кемерово двинулись все в Новосиб. Да. Большой дружной колонной. В Новосибе у нас тоже очень мощное дружное отделение, которое нас встретило с братской теплотой. Вот такие разные экстремальные штучки здесь есть. А также есть бывшая гидроэлектростанция, сейчас она не работает. Но говорят, что ведутся попытки о ее реставрации, восстановлении. Двинулись
пацаны организовали автобус, двинулись на Алтай. На Алтай посмотреть своими глазами, пощупать, что это такое. Через родину Шукшина, дорога шикарная. Автобус, мы дружной компанией двинулись туда. Замечаю, в носе палец-то не мой, и погиб рука чужая, здорова, как у коня. Волосатая такая, и растет из меня. Докторский консилиум, Рома, решил, что у тебя свинка. Сейчас вышли. Рентген? Я подозреваю, вьетнамская. Поздравляю. К доктору не ходи, диагноз поставлен. Эконом гроши. Нам пригодится еще. Еще бензин заправляй. Новосиба мы выехали ранним утром. Я знал, что нам предстоит проехать 700 километров прямой дороги, на которой можно просто заснуть. Она настолько прямая, что едешь, едешь, и ничего как будто не меняется. По пути нам попадались старые автомобили. Как позже выяснилось, это был пробег, ретро-пробег техники Москва-Пекин. Такие необычные драндулеты. Они приветствовали нас, мы приветствовали их. Ну и весь день эти 700 километров мы прошли достаточно быстро, потому что дорога прямая. И ночевать остановились на территории Омской танковой дивизии. Танковый полигон, отличное кафе, отличная кухня. Ну и кругом одни погоны, одни военные, кругом одни танкисты. Мы все перефотографировались на всех видах танков. И мне кажется, больше я нигде такого количества техники не видел. Мы поперли к стержню в Тюмень. Столько выехали, у Петровича кончились колодки. По-моему, там четверо или пятеро наших осталось с ним. Вот, мы поехали, Петрович нас потом догонял. Встретили, как сказать, не негров, а афроамериканцев. Хотели с ними поговорить, оказалось, это тюменские парни. Просто очень сильно загорелые. Встретили нас пацаны екатеринбургские, наше отделение, классные тоже все парни, нас встретили, проводили нас вот в запоминающееся такое место. Расстрел царской семьи. Да, расстрел царской семьи, Ганина яма. Свои так впечатления скажу, очень тяжелое место, несмотря на монастырь шикарный, там это... Все настолько пропитано вот этим вот, я не знаю, там преступлением или как там сказать. Еще и попался такой экскурсовод, мощный тип, который так все это в красках рассказал. Ты памятник, посвященный императрице, и еще выше памятник царским детям. То есть вся семья в одном месте собрана. Но здесь хотелось бы объяснить, что памятник императрице и детям, они выполнены на заказ. В Екатеринбурге в 2011 году все сделали. А вот памятник императору, который нас встречает, он особенный. Это подарок. Его сделали в Киеве в 2008 году. То есть вот наши братья-христиане нам его подарили. Это не был заказ. Обычные верующие люди, прихожане обычного храма. С Екатеринбурга мы поперли на Челябу. И на половине пути нас встретил Игорь Черкес в своем великолепнейшем трайке. Да, и в этот момент екатеринбуржцы отвалились от нас. То, так случалось и получалось, что мы практически сами с собой никогда почти не ехали. То нас провожают одни, встречают другие. То есть нас просто передавали друг дружке. И во время пути мы общались с парнями других отделений. И тем самым были окружены вниманием и заботой на протяжении всего нашего длительного маршрута. Thank you.
всегда будем помнить, что к нам приехали вот 90 лет легендарной «Магнитки». Очень здорово, что в этом году легендарному патриотичному клубу русских мотоциклистов, мотоклубу «Ночные волки» троекратно! Ура! 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 И самое главное, в этом году вы преодолеете путь с Владивостока, байкеры, невзирая на этих негодяев с Европы, все границы преодолевайте, Нидерландов, Бельгии, Польши, Румынии, Венгрии, с красными знаменами Советского Союза, с красными знаменами рабочей крестьянской армии, вы доезжаете от рефтопарка и возлагаете цветы воину-победителю. Я тоже там был и цветы возлагал. Конечно, молодцы, вам бурные аплодисменты. Конечно, если бы не экология, очень красивый город, лично мне очень понравился. Встречали нас там тоже очень мощно. У нас там мощняцкое отделение. Вот Экила нас встречал там со всем отделением. Там даже такая колонна там из фрирайдеров и все там. И батюшки, и, короче, прям такая солянка из людей. Там мы приехали туда в храм. Так, так, кстати, а в Севастополе поклон всем отцы. Отцы там у нас, там отец Александр Бондаренко был, он помощник был командующий Черноморским флотом, но сейчас там у нас же тоже перемены бывают, и его ушел, он служит там в храме. Там сделали молебен, то есть там нас встречал там полгорода, цвет города встретил, я запомнил, и мы потом поехали знаменитый памятник, оказывается, тем фронтом. Да, ты, да, когда там сделали меч и передавали эту вот трилогию, как она там называется-то, три памятника. Вот. Первый вот он, это как раз в Магнитогорске, второй «Родина-мать», правильно назвал, да, в Волгограде, и третий в Берлине, да, вот и мне так удалось везде все три побывать. Вот. Обунак, такие разные, что выжили, бля, ёб твою мать, бля. Это не, ну так мало. Короче, нам... мысль была, конечно, бухнуть, но уже, я думаю... Все такие говорят, питбули маячим, валун, мы все ему... Суки, суки, суки. Капец, а я подумал, что мне снайпер переднее колесо отстрелил, и я на заднем еду, почему я не падаю, не... Надо туда что-то вставить. Подожди, Серый, слышишь? Серега Батон заварил амортизатор. Вот сейчас варит. Нужны только будут, да, втулки резиновые. Так случилось, что вот Владимира уехали с Питом, а я каким-то образом оказался столиком с Ялтинским. У него Honda VTX, а я на BMW-шке. Что самое интересное, там недели ранее мы отремонтировали ему амортизатор, просто заварили какое-то там кольцо, амортизатор уже был почти без масла, и впереди началась вот эта вот буря. Самый настоящий, сильнейший ветер, дождь. Как только он чуть-чуть закончился, потому что мы простояли минут 30, пережидая ее, то есть если Владимир с Питом рванули сквозь нее, то мы не стали этого делать, потому что реально понимали, что сейчас нас сдует. Мы остановились на обочине и ждали. Как только закончилось, мы поехали вперед. Впереди меня ехал Толик, и на VTX с одним фактически неисправным амортизатором он чесал со скоростью 120 км в час по этим ремонтным участкам дорог. И я реально понимал, что если я буду висеть у него плотно на хвосте, как только я приближался к нему, он опять докручивал, и скорость вырастала до 130. Он нырял в ямы, выпрыгивал из ручьев. То есть он двигался так необычно, как будто как заяц, за которым охотится. Вот. Чесал вперед. И я понял, что если я буду преследовать его, то у нас может случиться что-то непредвиденное, какое-то происшествие. Поэтому я сбросил скорость и отпустил его, чтобы он тоже приостановился. Не знаю, заметил он это или нет. Да. И как только мы проехали ремонтную часть дорог, и уже асфальт начал подсыхать, с правой стороны на заправочке стоят Харлей и БМВ. Нас ждали Владимир и Пит. Ожидали и махали нам рукой, чтобы мы к ним остановились и приехали.
Переобувай сырые ботинки, одевай тапочки, садись возле телевизора, смотри, как пацаны гуляют. Все желающие пригубить из этого замечательного курла. Не наводи на меня. Ну что, бродяги, вот и добрался наш ручеек до города-героя Севастополя. Как обещали, Японское море. Теперь будет в Госпорте. Вот такие, братцы, дела. Но констатация констатации, лучше Крыма земли в России нет. Хотелось орать просто от счастья. Очень здорово.